Глава округа Виктор Петрущенко провел прием граждан по личным вопросам. По-прежнему остается актуальной тема улучшения жилищных условий. Старый, давно требующий ремонта жилой фонд продолжает создавать жильцам проблемы. Там определили, что отдельные элементы нашего здания имеют аварийность все-таки, то бишь окна, двери, полы, электропроводка. И было письмо, ответ в частности Роман Валерьевич, ваше письмо, что якобы эти элементы, которые пришли в негодность, будут заменены. Но вот до настоящего времени из этих элементов нам заменили только окна. Ну, Пушкарская, дом 35. Мы переселим в первую очередь те дома, которых уже невозможно жить. Я сейчас не знаю, какой ваш дом. Я через то хочу и приехать и посмотреть на ваш дом, чтобы посмотреть, действительно там хуже, чем на ЗСМ или не хуже. По крайней мере, на ЗСМ люди живут с какими-то удобствами. А у меня 80 лет, мама ходит на соседнюю улицу в туалет заменить. То есть вас вообще удобство в доме? Я же вам объясняю, у нас ничего нет, понимаете? Даже элементарной воды у нас нет. Давайте я вам обещаю, что на этой неделе я буду у вас. Рассмотрены также обращения, касающиеся строительства дорог в сельских населенных пунктах, ремонта подъездов, благоустройства дворовых территорий и опиловки деревьев. Каждое из обращений зарайцев детально рассмотрено с участием специалистов администрации. Пришедшим на прием гражданам даны соответствующие разъяснения. Исполнение части особо кричащих вопросов взято главой на личный контроль. Валерия Маркович, Герман Беляев, студия «Квант», Зарайское кабельное телевидение.